После короткого совещания в соцсетях и распределения обязанностей ранним субботним утром в Расторгуевском парке закипела работа. Привезли брус, бензопилу, инструменты, но главное – захватили желание и умелые руки. А смотреть, как дело спорится – огромное удовольствие. Немногословные в работе мужчины лишь иногда только советовались друг с другом, и вот постепенно начали вырисовываться новые очертания мостика. Анатолий живет неподалеку от парка, сюда ходит вместе с семьей, и не обратить внимания на сломанные перила моста было сложно. У меня здесь ребенок катается раз в неделю, все время с содроганием сердца смотрю на то, как проезжает, и боюсь очень сильно, что упадет. Нашли доски, нашли саморезы, нашли бензопилу, начали работать. На помощь мужчинам пришла семья Смирениных – Татьяна и ее дети Дэвид и Эвелина. Им досталась творческая часть работы – покраска моста. В принципе, тут ничего сложного нет, если выходить периодически, вот так что-то менять на своем районе, ухаживать, не мусорить, не ломать, то жизнь будет прекрасна, мне кажется. Скажи, тебе работать сегодня насколько приятно? Вот, как это для тебя? Хорошо? На все 100%. Муниципальные бюджетные деньги должны тратиться только на объекты муниципальной собственности, а в данный мост он ввиду определенных процедур еще не успел перейти, принят на баланс парка, бюджетного учреждения парка. А ходить надо сегодня и сейчас. Пока шла работа, по мостику проходили люди с детьми, с собаками, с удочками, проезжали на пони. И наши умельцы в очередной раз убеждались – мост очень нужен людям. Мостик почти готов, остались последние штрихи, сейчас его покрасят. Но, кстати, пока его ремонтировали, люди, проходящие мимо, говорили спасибо. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ.